Добрый день, друзья. С вами по-прежнему Верхов. И вот под каменная Тунгуска. Мы еще здесь с вами не играли. Турнир на количество. Давайте-ка с вами поиграем этот турнир, закрытый на количество. Ну, друзья, где играть можно? Ну, беспроигрышный вариант. Берег высокой травы. Насадка червь. Ёрш, линь активный. В общем-то, активная играется. Рыбий Эльдорадо. То же самое. Червь-мотыль, рогатка, щиповка, плотва. И все это здесь будет клевать. Ну, конечно, очень заманчиво поиграть этот турнир на прозрачных водах. Здесь тугун, друзья, в полводы, хернамида или паденка. И здесь очень активен хариус, сиг, мускун. Вся эта рыба здесь, ленок, форель. Вся рыба здесь активная, поблеснить одним спиннингом. Значит, результат где-то порядка 60-70 рыб на таких закрытых турнирах. Ну, будет гарантировать нам с вами успех. Давайте для начала турнира зарегистрируемся. Количество закрытое. Давайте отпустим всю рыбу. Пусть у нас с вами останется наш счет. Ну вот и спокойно играем. Что будет лучше работать? Ну, возможно, елец сибирский. Возможно, будет лучше работать, конечно, мотыль здесь сейчас, в нашем случае. Сейчас посмотрим, сориентируемся. Вот, ну я поиграю немножко. И мы с вами встретимся за час до окончания турнира. Итак, друзья, я вот включил запись 14 часов. На этот момент у меня в садке 56 рыб. Ну, это хороший результат на закрытых турнирах, поверьте мне. Вот, еще впереди вечерняя заря. И вот я с глубины убрал снасть, поставил на мелководье, потому что, ну, нет поклева совсем. И поставил двух мотылей и червя, потому что мотыль, на мой взгляд, лучше работает. Я прикормом не пользуюсь. Ну, как видите, клев есть, такой размеренный, нет такого, что уж сильного. И совсем молчит червяк, вот как видите. Вот, и сейчас я хочу сделать следующее. Я хочу сейчас перейти на локацию прозрачные воды. Ставим опять хернамиду. Можно паденку поставить, чтобы, между прочим, там еще нам сиги клевали. Пол воды они тоже клюют. Достать, друзья. И вот сюда сейчас ставим мушку вторую, 202-ю, среднюю. Вот эту мушку. И в пол воды, чтобы как можно больше диапазон рыбы захватить нам с вами, делаем проводку. Так, ну у нас остается 1 час игрового времени до окончания турнира. И, в общем-то, положение, считаю, у нас не совсем плохое. Друзья, 71 рыба у нас с вами в садке. Это нормальный результат. Повторяю, этот нормальный результат на такой базе, как подкаменная Тунгуска, и на закрытом турнире. Этот результат позволяет нам выиграть этот турнир. Сейчас посмотрим по окончанию. Ну, как видите, то есть, что я и говорил, результат 70 рыб, 34-150, 72 рыбы результат нам позволил выиграть турнир максимальное количество, закрытый, на подкаменной Тунгуске. И мы с вами чуть-чуть половили тугуна, добавили пару тысяч к нашему игровому опыту. Ну, вот такой турнир интересный, друзья. И вот так мы его с вами сыграли. Спасибо за внимание. С вами был Верхов. Вот. И не забудьте снять похмелье ухой. Ну, а с вами мы еще увидимся. Всего доброго.